Однако, здравствуйте! У микрофона снова Лёха, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Infinity Inc. Как там она переводится, мне насрать. Вообще, это лиса с несколькими хвостами. Пробежала, ладно. Start game. Вот так вот. Так удобнее будет. Сейчас. EGL. Все, запомнил. Так, вот я бегаю. ВСД, мув. Да, попрыгал. Попрыгал, побегал. Что-то мерцает свет, мне это не нравится. Это страшно, наверное. В. Окей. Ага, двойной прыжок. Ползает он автоматически. Понятно, понятно. Куда-то мне нужно бежать. Так, я спустился вниз. А что здесь? А здесь? Хм, интересно. Ладно, давайте зайдем. Ага. Я думал, это что-то дополнительное, это что-то типа ключика. Так, ну вот, добрался я до следующего лифта. И, собственно, do not clone useful и удачи. А так, не клонируй себя, удачи, потому что ты можешь, то... считаю, это может быть весело. Реальная война клонов. Типа, кто победит, непонятно. Это победитель. Так, стой, дай стану сюда. Да, это я победитель. Ага. Whatever you want by. Пока что-то там. И что-то стертое, и я вообще плохо разбираюсь в английском. О, пушка! Это круто. Так. Вау. Пиу, пиу, пиу. Пиу. Обосраться. Я понял. Так, окей, этого надо убить. Вот так. А если я убью себя вот так? Лазерная ловушка одноразовая. Я думал, она многоразовая. Я сейчас сюда такой клон сделаю. Так, дай. Дай. Вот. Ай, я не так хотел сделать. Это вообще изи, короче. Просто убивать клонов. Дай застрелю. Опа! Я получил какую-то ачивку. Походу, я убил себя оригинального и играю за клона теперь. Все. Не, ну прикольно, конечно. Только нелогично немножко. Я думал, это будет как загадка. Я типа клонирую себя, и клон появляется за лазером. Ну, умирайте. Мне не жалко. В смысле? То есть дверь можно открыть просто так? Что у нас здесь? Пиу, пиу. Ай. Мамочки, я, кажется, умер. Умирайте, жалкие клоны. А, стоять. Ай, наверх, наверх, наверх. Он не хочет наверх. А, блин, я думаю, в чем прикол. Окей. Так. Ага. Ну, умри. Оп. Что у нас здесь? Здесь у нас лазер. Так, это я пока что останусь сверху. Клонируем. Оп. Так, здесь ничего нет. Ага, все понятно. 4, 8, 1, 5. 1, 6. Ладно, не знаю. По-моему, это запоминать не надо. Идем дальше. А у нас здесь... Welcome. Или пройти дальше. Welcome, или просто сюда зайти. Чисто ради интереса. Ой. Так. Однако, ладно. А в той двери что? Идем сюда. Обосраться! Умри, 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 умри. Это welcome, да? Я сразу жопой почувствовал, что если меня там рады, то меня там нифига не рады. Так, это
Вот этим нужно пройти вот сюда. Так ведь? Да, сюда. Я двигаюсь в правильном направлении. Идем сюда. Оп, давайте еще раз зайдем. Уи! Ой. А давайте я умру. Чисто по приколу. Так. Ставим клона сюда. Так, вот сюда. Вот. Так. Вот так. Вот так. И все. Это все, конечно, очень забавно. Так, и зачем мне открыли вот это? Если мне нужно открыть вот то. Оп. Так оно ничего не меняет. Ага. Оп. Так, проходим. Оп. Проходим. А, это не то. Нет! Мне кажется, это поражение. Полное причем. Блин. Почему он заспавнился здесь? Походу придется делать рестарт. Ну ладно, недалеко хотя бы. Уйди. Так, где второй я? Второго меня еще нету. Хорошо, пройду заново, мне не сложно. Ставим клона. Клона ставим и уходим. Так. Вот так. Вот так вот. Проходим. Оп. Оп. Один просто гадкий прыжок. И все, я проигрываю. Так. Оп. Оп. Все. Я не проигрываю. Давай будем друзьями. Мне не нравится этот подарок. Так, этот стоит здесь. Ладно. Ну да. Как и ожидалось, в принципе, что меня это убьет. Поэтому мне придется делать своего клона и спускаться вниз. Да, мне придется спуститься вниз и пройти это. Падла. Мне нужно. А, теперь ясно, зачем сделали вот эту кнопку. Потому что до этого она, в принципе, была бесполезна, и я не видел ее смысла. Так, идешь сюда, 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 вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я молодец. Нет, друзьями мы не будем, ты плохой человек или не человек, что ты такое? Убейся. А что это? Понятно. Оп. Блин, не успел. Вот, все. Лазер я испортил. На всякий случай сделаю клона. Ну, просто чтоб был. Мало ли убьюсь еще. Так, что здесь? Лифт. Здесь у нас лифт. Клон, здравствуй. Архив. Плюс один. О, я могу делать трех клонов. Это станет сложнее, я так понял. Ой, не так много. Стреляй. Воу, какая скорострельность лютая. Стоп. И останови это. Нет, останавливать это я не буду. Я пойду сюда. Ага, теперь я понял. Клонов можно убивать пробелом. Вот так, значит, да? Ну, одного здесь оставлю, ну так, чтоб был. А он быстро не бегает, никак нет. Ладно. Так, а что там за кнопочка? Здесь же есть кнопочка, правильно? Вот кнопочка. И что она делает? Лифт на месте. Лазер все еще включен. Ну ладно, я побегу тогда этим вперед, а тут пусть стоит на кнопке. Здесь что-то есть. Ничего нет. Хорошо. А, вот же здесь отключается лазер. Хорошо. Ладно. Сейчас вот этим за. Так его можно убить еще вот так вот просто. Я такой делаю клонов и бегу.
вот сюда, а тот сюда вот. А наверх мне никак не забраться, да? Блин, а там ведь что-то было. Вот что-то вот там было. А я забыл, что такие, ну, маленькие лазеры уничтожаются. Так, ладно. Так, заходим. Нет, я сюда заходить... Нет, буду я сюда заходить. Что у нас здесь? Один из трех. Ага. Три из одного. Блин, понятно. Заходим. Заходим, братья мои. Умираем. Ясно, понятно. То есть на каждой локации мне клонов заново создавать надо. Ну это так было, на всякий случай. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот этого убить. Вот сюда прийти. Я уже начинаю путаться в этих кнопках. Что делать и каким клоном. И вообще это напрягает конкретно так уже. Я даже забываю про то, что можно переключаться между ними вот так вот. Так. Ага. Не, этого я проще убью. А там за лазером ничего нет интересного. Спускаемся вниз. Ой. Убейся. Угу. То есть это меня пропускать не хотят. Хорошо. Этого мы убьем, значит. Сюда мы зайдем, значит. Вот так. Ой, убейся. А чё я тупил-то до этого? Тут же открыто как бы... Ну да ладно. И такой хоп. И умираем всех на мясо. Так. Что у нас здесь? Ё-моё, столько разных ходов. И всякие интересные интересности. Ничего не понятно. Что делает эта кнопка? Отключает лазер внизу. Офигеть, но я использовал для этого клона. Опа. Окей. Так, и что я могу еще сделать? Куда я могу пойти? Ага, я могу пойти вот сюда. Так, заползаем наверх. Лазер. Падла. Ой, а чё он умер-то? Я не рассчитывал, я случайно нажал пробел. Так, подожди. А чё я вышел-то с той двери? В смысле? Подождите. Я зашел в эту дверь, и... Оно же наоборот было. Мне кажется... Кажется мне немножечко, что нас наебали. Так, ну в принципе я прошел сюда вот. И тех клонов можно убить. А, запрыгивай ты. А, ну лазер все равно уже поломан. Ладно. Угу. Что здесь? Умри. Умри. Алло. Падла. А, нет, все нормально. Оп. Угу. А что дает эта кнопка? Не знамо что, но я на нее кого-нибудь поставлю. Вот сюда вот. Два из одного. Лишний чувачок у меня здесь. Тогда умри. А ты наверх? Допрыгнет ведь? Так, ладно, прошел. А, вот оно что. Специально сделано, чтобы я мог вернуться обратно. Обратно я вернулся. Ставим сюда клона. Тыкаем сюда человечка. И вот за этого играем. Оп. Так, ладно. Умер. Умер. Не, ну можно было бы их и не убивать, в принципе. Если снизу пройти. Воу, это как-то... Хотя двойным прыжком мог бы и наверх залезть.
Тут, надеюсь, не идет подсчет на убийство клонов. Потому что это будет не круто, и я тогда просрал все свои очки. Вот так вот. Так, не тот, вот этот. Идем. Идем со мной. Так, умирайте. Нет, еще одного клонируй. Клонируй. Не того, не того. Алло, в смысле? Что сейчас было? Почему умер тот? Это ненормально. Оп. Нет. Ноу. Ага. И чё дальше? И чё дальше? Чё мне делать? Мать твою за ногу! Чё делать? Упс. Я случайно застрелил своего собрата. Так. Хорошо. А, походу она назад не пойдет, и мне придется делать рестарт. Да. Вот прямо вот с самого начала. Запрыгивай. Все. Умирай. Ты мне не нравился. Вот так вот. Идем. Вот так. Работай. Нет! Все. Фух. Повезло. Одного убить. Второго убить. Нет! Лазер! Нет! Стой, 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 стой! Что происходит? Падла. Я опять проиграл этот уровень. Это было странно и напряжно вообще так-то. Хорошо. Дубль 3. Не туда. На всякий случай вот этого вот сюда закину. Я путаюсь в этих клонах, они сложные. Так, один сюда, вот сюда и вот сюда. Так, дальше заходим вот сюда вот. Да не та кнопка, не та кнопка! Сука! Поехал. Так. Вот. Не та кнопка. Вот это та кнопка, все. Ну, работай. Да ё-мо. Стоять. Так. Это переключение между ботами. Убить одного. Потом поставить сюда и убить еще раз. И, блядь. Просто, блядь. Ну, просто вообще без шансов. Я не знаю, что с этой миссией не так. Почему я не могу ее пройти? Убейся нахуй. Я буду их убивать. Убейся. Вот так. Так, хорошо. Сюда. Сюда. Сначала нужно долго ждать, а потом я что-то не успеваю вообще никак. Да не та кнопка! А, я думаю, что он не клонируется-то. Сука! Долго, долго думал. Долго думал, потом запутался, запаниковал. И... Что? А, вот. Так, все, я понял стратегию, рассчитал. Я создал, я батька, батька создал. Почти. Еще и не те кнопки тыкаю. Окей. Заходим. Ставим сюда, ставим сюда. Мне все ачивки дают, ачивки. Мне дают ачивки, а я все проигрываю и проигрываю. И в этот раз я зайду наверх, убью этого. Так, 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 так. Нет, не та кнопка. Убей его. Не та кнопка. Так, оп, оп. Да, я прошел. С
Затащил. И чё теперь? Это типа должно быть сложно? Иди давай. О, бля, у меня один должен был быть с той стороны, походу. А я не закинул бота с той стороны. Клонируем. Еще одного. А, блядь. Окей, рестарт. Рестарт. Понятно. Это еще что-то более сложное. Все понятно. Здесь у меня должен быть клон. Но я пойду по этой стороне. Вот сюда. Потом клонируемся сюда. Стреляй, стреляй, стреляй. Потом клона сюда. Этого убиваем. Заходим сюда. Еще одного клона ставим, он умирает. Так, и все, я вышел. Вышел, выжил и вышел. Так, ну что ж. Мне не нравится это. Лифт. Так, ну что, это получается новая локация. И, собственно, на этом можно закончить. Убив несколько пизделионов людей, я наконец-то наигрался и решил пожелать всем удачи, попросить подписаться на канал, поставить лайк, и до встречи в следующих сериях.